Ой, смотрите, какая красота, какие ели, как на канавочке. Сейчас мы пройдем вот эту елку, огромную просто елочку, как на канавочке. Смотрите, вот здесь вот будет сейчас Серафимушка, вот он, и он стоит между двух огромных елей, то есть как вот на канавке. Ели две он как посадил. Вот это символ вот этих же елей. А вот сейчас мы идем на Сатис. Идем на Сатис, смотрите. Вот впереди купальни стоят. Купаются. Окунаются люди. Вот он Сатис. Вот они ступенечки. Вот так вот Сатис. Впереди купальни. Вот их так много. Вот он Сатис идет. И вот часовенка опять, огромная-огромная ель. Символ вообще Серафимушки. Вот такая красота у нас. Вот девочки стоят, не знают, как поснимать. Вон они машут. Вот такая красота, девочки. Вот такие безумно красивые ели.